Риэлтор, продавший жителю Казахстана жилье за умопомрачительную сумму, уже устал от постоянных звонков, желающих узнать имя щедрого покупателя. В эксклюзивном интервью корреспондентом КТК Игнас Мювисен сообщил, что накануне до него дозвонились представители Казахстанского комитета госдоходов. Это была девушка. Она позвонила мне, сказала, что представляет департамент по налогам. Эта девушка просила назвать имя продавца. Я ей сказал, что не могу назвать имя покупателя. Имени таинственного покупателя квартиры в золотом треугольнике Парижа в минуте ходьбы от Елисейских полей риэлтор не называет. Как сообщает иностранная пресса, в дорогостоящих апартаментах 5 спален, столько же ванных, спа-центр, пуленепробиваемые окна и отдельные комнаты для секьюрити. Самая крупная сделка на рынке недвижимости с участием некоего казахстанца наделала много шума. В Министерстве иностранных дел, Министерстве финансов и прокуратуре нашей страны ничего не знают о соотечественнике, который смог потратить столько денег на элитную крышу над головой. Комитет госдоходов сейчас проверяет, кто мог вложить столько денег в иностранную недвижимость. Ну а сам риэлтор уточняет, 65 миллионов евро за квартиру в Париже потратило не правительство Казахстана. Я никогда не имел дела с правительственными структурами. Я никогда в своей жизни не имел дела с правительственными счетами. Никогда. Это была частная сделка.